Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, родничкин, роднушечкин, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать. Перед началом видео призываю вас, подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали до сих пор, немедленно подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте этот ролик и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале, это довольно-таки не безинтересно. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Я здесь, оператор Петя за пультом. Тверь. Мы находимся на кладбище в городе Твери. Сейчас объясню буквально быстро. Веду вас в курс дела, чтобы вы понимали. Где-то года два назад и год назад в прямых эфирах, кто видел, знает, а кто нет, вот сейчас объясняю. Проводил прямые эфиры, где сказал и зарекнулся о том, что хотел бы поставить памятник себе на могиле уже сейчас при жизни нерукотворный. Именно в той вариации, в какой я хочу, для того, чтобы, мы все не вечные, как ни крути, мы все не вечные. И вот поэтому при жизни я хотел именно такой памятник себе на захоронение поставить, такой, какой я вижу, и как хотел бы такой, какой бы видели вы потом в итоге. Ну ладно. И в общем, я зарекнулся о том, что у меня есть энная сумма денег, но так как вы знаете и многие знают то, что цены сейчас возросли, а я не последний человек в похоронном бизнесе, в похоронной индустрии, непосредственно сам в курсе цен, ценовой политики на памятники, на облагораживание захоронений и так далее. Значит, цены возросли в два раза, как минимум. И где-то этот памятник будет стоить около миллиона рублей. И я говорил, что мне не хватает примерно 800 тысяч. Прошел год, я уже подзабыл об этом. И тут, вы представляете, какая ситуация. 3 часа ночи. 2 дня назад буквально мне приходит смс-ка на номер, где было написано... Буквально следующее, то, что приходи на захоронение в Твери, а я сейчас проживаю в Ленинграде, приезжай в Тверь на то кладбище, где ты снимал могилу слепого дитя девочки-прорицателя. Кто не видел, приходите, посмотрите на канале ранее. Называется «Слепое дитя. Могила девочки-прорицателя». Приходи на ее захоронение, и там тебя ожидает... Как же там было написано? И там тебя ожидает желанное. Вот. То, что тебе нужно. И, значит, я смотрю, какой номер. Номер очень странный. Пробивая его. Эти номера были ликвидированы в 2000 год. Последний номер был ликвидирован такого порядка, такого типа. Это номера еще выпускались с 89-го, мобильные, до 99-го, в 2000 году их ликвидировали. Это что-то оператор был тогда еще, 90-е годы, телесети, вот что-то такое называлось. Ну, то есть не как сейчас там наши современные мобильные операторы, а там что-то телесети, там какие-то ком, Роском, какой-то телесеть. И, в общем, что? Я обращаюсь к людям, которые... в этой сфере крутятся с номерами, с телефонией, не последние люди, очень влиятельные. Они пробивают этот номер и узнают, что человек жил в Твери, мужчина, 76 лет, умер в 94 году, номер принадлежал ему, после чего этот номер был ликвидирован после его смерти. Он умер, представляете, аж в 94 году. И я перезвоню на этот номер, там мне говорят, то, что абонент не существует, естественно. Он умер в 94 году, родственники его ликвидировали этот номер, и 30 лет уже этим номером никто не пользовался, да их уже и не существует, таких номеров. Значит, что? И все бы ничего, я подумал, что это розыгрыш, или какой-то прикол, или кто-то издевается. Ну ладно, узнали мой номер, все понятно, но нет. Знаете, в чем самая фишка и в чем интерес? То, что пришли такие смс-ки, прям копия. Еще 6 человекам из моей команды. Прям такие же смс-ки. В три часа ночи. Всем ровно в 3 часа ночи пришли такие смс-ки. И мы с Петей приехали, чтобы посмотреть, что
находится на этом захоронении, какой подклад был приготовлен для меня. Потому что здесь не обошлось без потусторонних сил, без мистики. Я догадываюсь, кто это писал смс-ку, потому что это выполняет мое желание, мою просьбу. Не знаю, что там сейчас находится, но пойдем на это захоронение. Я знаю, где оно. Я снимал про этот ролик. И вот 2 дня назад меня послали туда. Мы решили спешно приехать, чтобы посмотреть, что там находится. Вы поддержите сразу лайком. Смотрите, впереди все самое интересное. Погнали, посмотрим. Итак, начинаем движение. Находимся именно на том самом кладбище в Твери, где снимали могилу девочки-прорицателя. Вот забыли по рядам. В каком секторе она находится? Там, да, кстати, сейчас вам хочу сказать. Безымянная могила ее, но информация есть точная, и местные жители подтверждают, и сводки из новостей были в 90-х годах. Мы все проверили, это ее могила, девочки-прорицателя, но мы сегодня здесь не за этим. Ну, хотя посмотрим, в каком она состоянии, убрано, не убрано, если не убрано, уберем. Но даже вот летом, когда мы в начале лета приезжали ее снимать, она была в приличном состоянии, ну, то есть не заросшая. Воронкова Анатолий Иванович, 1926-1968 год, 40 лет. Да, кстати, кладбище очень старое. Иван Кузьмич, 1897-1972. Такой морячок. И Пелагея Тарасовна. Люди родились, то есть еще в царские времена. Здесь заброшенное захоронение. Так, двигаемся дальше. Ага. Телегина Мария Николаевна, 1915-1978, 63 года. Комарова Екатерина Ивановна, 1910-1975, 65 лет. И Комаров, не вижу, 1905-1961, 56 лет. Нет, значит, следующий ряд. Следующий или через ряд. Здесь памятник современный, захоронение уже старое. Мазалевская Евдокия Ивановна, 1896-1957 год. 61 год. То есть, видите, захоронению почти 70 лет, но памятник уже современный установлен. Ого! А тут Бубенцова Елизавета Мефедиевна. 05.05.1983. Мефед? У нее отец был. Дата рождения нет. А вот объясните в комментариях мне, не последнему человеку в похоронной индустрии, опытному,
снимающий такой тяжелый контент, а почему вот не пишут дату рождения? Ладно, детям не пишут, но взрослым людям, мне, честно говоря, непонятно. Так, ладно, двигаемся дальше. На мой взгляд, какая-то дикость и вопиющий случай. Не знаю, напишите вы в комментариях. Как вы думаете, вот украшать захоронение мишурой? Мы двигаемся к тому месту, которое нам нужно. К могиле девочки-прорицателя. И вот здесь по пути, смотрите. Здесь мишура, здесь елочные игрушки. Не знаю, напишите в комментариях вы, может быть, это нормально, может, для меня это какая-то дикость, а так это все в порядке, так нужно. Нет, я знаю, что, допустим, в Индии на похоронах принято смеяться и веселиться, там никто не плачет, это все понятно, но у нас другой менталитет. Там в Индии похороны — это праздник, а не скорбь, а у нас это скорбь. Ну и я считаю, что это скорбь. И как бы вот эти излишества, лишняя какая-то мишура, какие-то игрушки, ну я не знаю, для чего это родственники делают такое. Надо просто прийти, убраться, помянуть, там, конфетки, печенье, ну, если взрослые люди, водочки налить, там, когда яблочный спас, яблоки положить, ну, там, свечки, лампадки зажечь, это тоже можно, и все, помянуть и уйти, чтобы было чисто, аккуратно, облагородить можно, то есть бетончиком залить, плиточку положить и так далее. Оградки, все это можно. Ну, мишуру крутить на ограды, я не знаю. Итак. Где же наша могила? И что там нас ждет? Я догадываюсь, что там может быть, но вот заброшенное захоронение, пожалуйста. Журавлева Валентина Николаевна, 1925-1968, 43 года, молодая женщина, и все, никому не нужна. Лежит в одиночестве. Только канал «Против лома» приехал, показал. Помянул, вспомнил. Могила ребенка, очень маленького. Стрельцов Вячеслав в Твери. Кладбище находится в Твери. Павлович, 1960-1961 год. Один год ребенку было. Так. Двигаемся дальше. Там вообще семейное захоронение. Тоже с ребенком. Здесь семейное захоронение. Вот этот ряд. Спиридонова Зоя Георгиевна, 1928-2012 год. 84 года. Просто деревянный крест и все. Малеева Нина Николаевна, 1920-1993. О, тут 70-х. Малеева Анна, 1887-1974. И Малеева Антонина, 1934-1970. Кстати, молодая женщина. 36 лет. Угу. Умерла в 36 лет. Да, это этот ряд.
Тут никаких опознавательных табличек нет. Ого! Концевич Геннадий Васильевич, 1949 год рождения, 1949 год смерти. И Концевич Николай Васильевич, два брата, 1950 и 1979. Представляете, первый сын прожил 49 лет, 49 год рождения, 49 год смерти, год даже не прожил, 6 месяцев. А так, 9, да, 6, больше чуть-чуть. 9 месяц рождения, 6 смерти. 9 месяцев прожил, а второй 29 лет прожил. И один Васильевич, и другой Васильевич. Понятно. Судьба тяжелая, да. Все, переключаемся. Кладбище я вам показал, напомнил. Кто не видел, переходите на канале Рани и смотрите. Видео называется «Слепое дитя» про девочку-прорицателя. А сейчас мы с вами будем смотреть, что нас привело сюда. СМС с несуществующего номера. Уже с 94 года номер заблокирован. И что-то нам здесь оставили. Всей команде, 6 человекам. Пришла СМС 3 ночи, 2 дня назад, и я в спешном порядке приехал сюда. Вот это захоронение. Пока я ничего не наблюдаю. Это была СМС-ка. Сразу говорю, то, что люди смотрят канал «Против лома», нас смотрят люди, которые верят. Не скептики, а которые верят и знают, что существует потустороннее. И вот эта СМС-ка как раз пришла от темных сил. Потому как я потомственный колдун, потомственный прорицатель, человек, изучающий паранормальные явления, общающийся с миром мертвых. И вот, можно сказать, с того света пришла СМС-ка, чтобы приехать нам сегодня сюда, в Тверь, на кладбище в Твери, на это захоронение. Почему? Потому как это из последних таких значимых могил, что мы видели и мы снимали. Пока я ничего не вижу. Табличку я обещал сделать, я ее сделаю обязательно. Есть информация этой девочки. Ей, я не помню, сколько в том ролике я говорил, около 13 лет, что ли, мы сделаем эту табличку и присверлим по весне. Так, пока ничего не вижу. В тот раз, когда я был, этой скамейки не было. Сейчас что меня удивляет, то, что ее кто-то сколотил. Хотя мы можем видеть, что здесь заброшенное захоронение. Здесь не заброшенное, но это совсем другая могила, скажем, другое захоронение. Видите, за ограды. Тут есть столик, скамейка. А вот здесь, именно на этом захоронении, видите, скамейка. Сюда часто приходит, это оккультная могила. Оккультное место. Так, внимание, вот. Посмотрите, вот он подклад. Все. Вот он подклад. Я уже думал, что зря мы сюда приехали. И посмотреть здесь ничего не получится нам с вами. Видео не выйдет, но... Да, вот. 2 дня назад мне писали, чтоб я сюда приехал, так как я 2 раза в эфирах говорил, что я хочу памятник за 1 000 000 заказать. Деньги. 3 пачки. Вижу 1000, 2, 5. Сейчас будем распаковывать, смотреть сумму. Было именно мне предназначено.
Сейчас продолжим пересчитывать. Все как есть. Да, настоящие деньги. За съемки, за работу на YouTube-канале «Против лома». А вот от кого? Это вопрос. Остается подвешенным. Ну что, начинаем пересчитывать подклад. Уже холодает. Все-таки Тверь. Почти север. Видите, в пакетике нам оставили. Все как положено. Петь, тут твоя зарплата. Прям в пачечках. Новые. Да, вы увидите. Эти деньги на памятник мне. 1 000 000 рублей стоит памятник. Я... Когда мы его, Петь, поставим? Мне на захоронение, значит... Сейчас я вам скажу. По весне. Потому что сейчас зима. Уже не установим. Его изготавливать будут в Карелии. Специально будет высекаться камень. Специальный. Вы просто увидите, вы такого никогда не видели нигде. В мировом YouTube. Это будет первый такой памятник. Я вам его отсниму. Там и будем встречаться с вами. Слет с подписчиками будет. Считаем. 1 000, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Фу, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Новые еще склеиваются. Понял, Петь? 56, 57, 58, 59, 60. Петь, не нервничай, сейчас заплачу. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Правильно считаем? 81, 82, 83 тысячи в пачке. Знаете, как мне дорого Петя оператор обходится? Он, между прочим, участвовал на съемках, был оператором у блогеров-миллионников. А в прошлом, помимо того, что он еще МЧС, он снимал фильмы, был оператором на советских картинах, легендарных. Потом будет с ним интервью, мы это все расскажем. 83 тысячи, поэтому я Пете плачу поминутно. Вот он просто держит камеру, и за минуту у меня прям бабки улетают. Поэтому всегда спешу снимать. 83, вторую пачку считаем. Так, ладно, это сейчас мы пока тут, потом все заберем. По 2000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104. 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118, правильно? 120, да? Я уже сбиваюсь. 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 140. 4, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164 и там 83, да? 164, ладно, 160 плюс 80, 240, 264, 267 тысяч. 267 тысяч, 267. Ну ладно, пусть 270. Давай 260. 7 тысяч я тебе отдам за вот эту съемку. Дорого же мне обходишься ты, Петя. Все ради любимых подписчиков. Да, не переключайтесь, я потом часть от откуп сделаю. Принесу дар кладбищу за вот этот вот нам подклад. Я принесу дар кладбищу. Вы посмотрите, что это будет. Тоже будут серьезные деньги. Так, 167, да? Ну, округли... Да, 167 здесь? Все, считаем дальше. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Хабаровск пошел. 50. 60, 70, 80, 90, 100. Это уже Хабаровск, его проще считать. 110, 120, 120, 130, 140, 150. 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. 390, 400, 410, 420 тысяч. Более полумиллиона. Все. Сейчас мы еще один раз посчитаем и скажем вам точную сумму. Продолжайте смотреть далее. 668 тысяч здесь, друзья. Еще раз, 668 тысяч. Ну, сделаем так, Петь. 5, 2, 1000, 8. Вот буквально вот такие вот бумажечки, да, отправляются тебе в оплату сегодняшних съемок. Ну ладно, в общем, вот эти три бумажки я отдаю тебе. Но сейчас, чтобы не прерывать контент, я же обещал откуп сделать для кладбища за такой подклад. Кстати, не впервые
мы его находим, я его нахожу. Ну, конечно, это были детские деньги. Но переходите, посмотрите на канале, ранее есть ролики. Как мы находили деньги на погостах. Сейчас буду делать вот все. Рубли мы убираем. Откуп, значит, нужно оставить либо деньги, а лучше их сжечь. С собой я взял $200. Вот, $200. Рубли сжигать это нецелесообразно сейчас. А доллары, да, это уже все, бесполезные бумажки. Вчерашний день. Поэтому рубли мы оставляем, конечно же. А доллары, $200 я в откуп кладбищу сжигаю. Потому что это вчерашний день уже. Рубли нам пригодятся, правильно? А доллары мы оставляем в откуп кладбищу. Вчерашний день, бакс. Все, следующий контент. Значит, весной я установлю, все, денег достаточно, установлю памятник себе на захоронение и покажу это на YouTube канале Против Лома. Поэтому поставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Естественно, подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали до сих пор. Прямо сейчас немедленно подпишитесь, и у вас все пойдет в гору сразу с подписочкой на YouTube канал Против Лома. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте это видео и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Но это довольно-таки не безинтересно. С вами был, как всегда, я, легендарный ведущий легендарного YouTube канала Против Лома, по мнению специалистов. Легендарный оператор Петя был за пультом. Показали все как есть. Пишите в комментариях, все читаем, спать не ложимся. Желаю вам удачи, берегите себя. До новых встреч, увидимся. Всем пока.